Итак, вторая часть. Отвлекли меня звонком. Болванов Павел Дмитриевич, 1891-1960. Угу. Тут я помню такой по фамилии Носков. И Носков Иннокентий Кузьмич, 7-59. Ну долго, недолго мужики жили. Вот что такое было, понятно, крепеж какая-то. Ну, Саникин Михаил Фролович, 18-57. Да. Это сколько получается, 37 лет. Да, фронтовик, наверное, какой-то. После войны недолго протянул. Нечитабельно. Вот все. Тут у нас есть покаяться Савелова Анастасия Ивановна, рожденная 900-м, скончалась 2 марта 59-го. Спи спокойно, дорогая мамочка. Так. И тишина. Васильев. Здесь покоится прах Васильева Ефима Константиновича. 26-й. Сейчас пойду поближе. А вот калитка. Разрешите войти, товарищи. А это тоже калиточка-то. Ну тут, видите, даже свеженькие. Ухаживали, на Пасху были, видать. Где-то про Василия Ефима Константиновича, 25-61. Красавец. Мужчина. Извините за беспокойство. Сейчас закроем. Дело. Сейчас. Уже чуть повело. На щеколду не получается закрыть. Так, вот такой вот гарный мужчина. Моисей, не побоюсь этого слова, Федорович Макаревич. 84-60. Вот такой в царской форме и Саул. Молоденький какой-то. 76 лет прожил. Да он был 4-го, то есть ему во время гражданское было уже 36, там, 35. Да, пожил человек. Тоже могила. Могила. Никого тут нет, его уже 100 лет. 100 лет в обед. Извините, я вас потревожу. Бобрус Николай Яковлевич. Родился 9 июля 6-го, умер в августе 60-го. Ощутил прелесть советской власти. Это ему в 41-м было уже 35 лет.
Открываем. Вот так вот. Спи спокойно, дорогой товарищ. Ну, а тут земля мягкая. Проваливаюсь сантиметра на три. Вот так вот. Ну, в принципе, основную часть кладбища прошел. Кладбище небольшое. Это 100 на 300 метров где-то. Так, Калмакова ЕП, Калмаков НР, Гробов ВС. Памятник за оградкой. Вот такие вот кресты. Здесь покоится тело Иваньковой Лукерии. 1876-54. Итого 78 лет. Долгожителей пока особых не встречал я тут на этом кладбище. Вот 86 лет. Кожемяка Анисия Лаврентьевна. Кожемяки там тоже, да, было много кожемяк в этой деревне, значит. Кожемяки встречаются. По Путько Евдокия. Памятник. На кожемяке, новый кожемяк. Кожемяки. Вот. Это уже могила. Уже не крестов тут, одни холмики. Иван Кондратьевич Макаревич. Макаревич тут много, кстати, тоже. 15-32. Да, 50% могилы уже без холм. Одни холмики остались. Это что у нас случайно? Похоже на Черемшутрова. Но не Черемша. 1897-66. 69 лет. Да, редко тут то за 80 перешагивал. Суровая местность. Вот мы уже были. С этого мы начинали. Вот такой вот памятник эпохи. И рядом находятся такие сооружения, вы не представляете. Хозяйственные сооружения называются погреба. Тоже памятник советской эпохи. Заброшены уже многие вот такого плана. В общем, сараюшки, а там внизу типа подвала. Подпола погреба. Еще чуть-чуть вот тут. О, тут у нас раба Божья еще. Вот так вот. Родилась в 31-м. Больше Семенова. Родилась раба Божья. Редич Вера Семеновна родилась в 31-м, умерла когда непонятно. Вверху тоже какая-то надпись, но непонятно. А, умерла вот здесь. Ну, я прочитать уже не могу. 48-м, по-моему. Вот тут вот все уже стерлось. Эх. Дуреко Кузьма Игнатьевич умер в 45-м. Какие еще люди набожные были. Вот дуреки. Целая семья дурека. Игнатий Романович. Наталья, по-моему. И Кузьма Игнатьевич. Вот так вот, дружненько. А там у нас
Не дурака, да? Нет, не дурака. Ну вот так вот. Хорошо. 28 мая 2020 год.